Здравствуйте, уважаемые подписчики, с вами Олег Шаров. Сегодня разберем несколько упражнений, убивающих вашу талию. Первое упражнение — дровосек называется. Беремся за рукоять, встаем и тянем. Рубящее движение получается. На одну сторону и на вторую. Тренируй косые мышцы, то есть делай их толще, то есть ваша прощает талия. Второе упражнение. Берем либо гантель, либо гирю. Давим за голову и начинаем вот это делать, вот такие движения. Вот так вот. На вторую сторону то же самое. Дальше берем. Третье упражнение. Берем для этого гирю. Вот эти разнообразные наклоны тоже в сторону. Вот так, с грифом. Три одних самых бесполезных упражнений на прокачку косых мышц, которые убивают вашу талию. Делают ее толще, и она исчезает. Не делайте, пожалуйста, эти упражнения.